Изучить иностранный язык за 15 минут в Омском педагогическом университете провели необычные мастер-классы. Занятия по немецкому и французскому языкам прошли в рамках недели иностранных языков. Прийти мог любой желающий. По словам педагогов, студенты в течение 15 минут знакомятся в игровой форме с фразами, которые используются при знакомстве, приветствии, а также изучают названия частей тела и цвета. Такие занятия помогают понять, насколько подходит изучение того или иного языка определенному человеку. Кроме того, в течение недели иностранных языков в стенах вуза прошли спортивные и фонетические разминки по китайскому и английскому.